Черт возьми, погода немножко портится, но еще есть немного светлого времени для того, чтобы успеть. Сейчас посмотрим, как там дела чуть выше. Если все плохо, повернем обратно, хорошо, продолжим путь. Очень интересно кричит Серна. Ни разу так близко ее не видел. Это маленькая. Видимо, зовет маму. Потерялась. Он по снегу идет. Красавица. Медвежьи ворота находятся на противоположной стороне. Здесь водопад. Очень много всего в поляне связано с медведями. Вот. Некоторые их даже видели. Сейчас они говорят, выходят поближе. Я надеюсь, что встречи я с ними избегу. Все прекрасно. Еще есть 40 минут движения вверх. И потом надо будет шуровать вниз. Конечная точка моей сегодняшней тренировки. Вершина Черная пирамида. К сожалению, забыл опять. Опять забыл взять открытку, чтобы отправить. Не знаю, кто здесь письма вынимает, но я уверен, что их вынимают. Поэтому в следующий раз, как пойду, если вы пойдете, обязательно берите с собой открытки и отправляйте с самой высокой точки. С Черной пирамиды отлично видно Красную поляну. Горки нижние, верхние, сейчас называется Красная поляна. Газпром. Роза. Роза низ, роза вверх. Вверх сейчас называется Горная Олимпийская деревня. А там где-то Роза пик. Я ни разу не был в вечернее время в горах. Ну, здесь, на Ибке. И это удивительное время, чтобы встретить здесь закат. Я уверен, что мало кому доводилось видеть такую красоту. Наверное, с Бертинского карниза только такая штука была. Это безумно красиво. Это надо снимать. Еду на ногах по снегу. Супер! Были бы мини-лыжики, вообще бы сейчас летел бы, просто летел. Это просто безумная красота. Обалдеть. Закат прекрасен тем, что сочетает в себе теплые и холодные цвета. И в лучах заходящего солнца мир преображается, становится другим, очень интересным. Я сейчас уже ухожу в тень, и я не увижу радуги вот этой прекрасной, деревьев сказочных. Остается чуть-чуть насладиться лучами заходящего солнца. Это просто чудесно.